Ученики и педагоги Видновской гимназии приняли участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Образовательное учреждение уже несколько лет активно помогает детям с ограниченными возможностями здоровья из Центра социального обслуживания «Домодедовский». Ребята из всех классов с удовольствием приносили шариковые ручки, карандаши, линейки, тетради, обложки, краски, альбомы для рисования. В итоге общими усилиями удалось собрать более 50 коробок со всем необходимым для учебы. Мы желаем всем ребятам из этого реабилитационного центра удачи, чтобы их год прошел хорошо, чтобы они были здоровы и, главное, счастливы. Стоит отметить, что мальчики сами помогали загружать коробки с канцелярскими принадлежностями в машину. Все это пойдет детишкам и инвалидам, которые у нас обслуживаются в центре. И еще раз хочется сказать огромное спасибо, потому что это действительно такое хорошее, благое дело, да, которое, ну, ребят назовем даже меценатами. Подарки от гимназистов ребята получат уже в ближайшее время. Несомненно, такая поддержка сверстников раскрасит учебные дни, и уроки станут намного интересней.